Каждый из нас в душе ребенок, и я не исключение. Вырасти хорошим человеком помогает любовь, забота и внимание. Телевидение с его неограниченными возможностями является путеводной звездой в необъятном мире информации. И я, Наталья Алешина, готова провести уроки добра для детей и рассказать им, что такое хорошо и что такое плохо. А сегодня только о хорошем. В эфире новости. В сентябре Наталья Водянова и Антонио Бандерас представят благотворительный проект «Делай, как я», цель которого – мотивировать как можно больше людей совершать добрые дела. На собственном примере знаменитый актер и супермодель покажут – делать добро просто и приятно. В рамках акции 100 рублей с каждой продажи ароматов от Антонио Бандерас пойдут в фонд «Обнаженные сердца», учредителем которого является Наталья Водянова. К тому же актер проведет в Москве несколько мероприятий, в том числе ужин-аукцион и эксклюзивную фотосессию. Итак, мы посмотрели клипы всех участников хит-парада «Детская пятерочка». Да, это настоящий взрослый подход к любимому делу. Сюжеты захватывающие, слова проникновенные, образы потрясающе эффектные. Ну кто даст этим талантливым артистам 10-15 лет? Гордимся вами, ребята! Дорогие телезрители, наши восходящие звездочки очень нуждаются в вашей поддержке. Только благодаря вашим голосам их песни занимают высокие места хит-парада. Поддержите сверстников! Самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. А сейчас новое шоу на нашем канале. Думаешь, нельзя без опыта работы и связи получить высокооплачиваемую и интересную работу? Команда программы «Молодым везде» у нас дорога каждую неделю будет показывать вам, как нужно и можно найти работу в жестоком мире взрослых. Мы будем менять имидж, проводить психологическую подготовку соискателя, научим его акцентировать внимание на своих сильных сторонах и скрывать недостатки на собеседовании. А главное – поверить в свои силы для воплощения любой мечты.